Время есть, в Долларан за шмотками мотнусь. А то что-то в хиле ддшить вообще никак. Саня, кто в куклах сидит? Надеюсь, не я. Трюч, призер. Не может вниз зайти, что, блядь? Ну, может быть, это его перенести надо, не надо, там я не знаю. Его вообще нету. Ну вот. Я перенес. Привет. Сделай ник, как в игре. Я сократил, там Devil Beach, тут Devil просто. Нет, сделай полностью. Так. Сейчас сделаю. Ну я лечу, но можете самонуть, если есть возможность. Пришел тебе? Да. У тебя квест есть? Помочь? Я взял. Да, ну тоже кушать хотите уже или попозже? Сейчас я уберу. У меня не волосы. Ты можешь загадить присту как-то, как приплететь? Ну, в принципе, могу, если он это слушать будет. Ну, он слушает. Могу сам посидеть. Понапуливаешь лучше. Окей. Прист, ты слышишь? Да. Короче, объясняю. Ты юзаешь эту фигню, которая там кристалл. Так, подожди, у нас тут... Я умер. Извини, я что-то не увидел, что я лауру вот. Так, я тебя не подниму. Кто-нибудь поднимите. Я прибегу. Объясняй. Ладно. Смотри, юзаешь кристалл. Если у тебя не юзнуешь с самого начала, ты должен появиться в ученике. Если ты не появился в ученике, как будто сработал mind control, то ты юзаешь его еще раз, пока не появишься. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Так, в чем прикол там делать? Там у тебя на единичку включение автоатаки. Включил. Твоя задача держать на себе босса. Причем босса... Я здесь был не раз уже, просто на кукле не был. Так-то я понял, что там автоатакой надо бить и этот щит юзать на себя. Угу. Смотри, у тебя там первые 4 скилла будут отсутствовать, то есть единичка это автоатаку запустить, потом, по-моему, как раз с четверки начинается дать кровавый удар, пятерка это таунт, шестерка это щит. Короче, прожимаешь щит, нажимаешь таунт, держишь на себе, говоришь, когда у тебя остается 2 секунды на щите, ты говоришь, забирай. Второй чувак в это время навешает на себя щит и заберет себя таунту. Собственно, и все. Как только... Единственный нюанс, смотри, пожалуйста, за временем. То есть, обычно как делается? Обычно первый берет, как бы держит его на себе какое-то время, а второй кристалл нажимает через секунд 5, например.
чтобы не было, что они у вас кончились, майнд-контроли одновременно. Ну вот, все, в принципе. Нечаянно, давай в сову. Пятерка таун, шестерка щит, да? Да-да-да. Эх, ребята, притяните, или вы уже ушли там? Что это? Это очень хуёво. Тебя сейчас... Могу долететь. Да ты уже нахуй, я хуй знаю, лети. Пиздец. Ну а хули делать, ПКшник прям. Да ладно, погнали, я под этим, под спинами. Смотрите, долго бегать. Беги, пока я собаку прогоню всякий. А то я не хочу запороть, так хорошо идем. Че, не умирали ни разу? По дамагу-то я вроде не шибко отстаю, где 600 всего. Ну, у тебя на пулу нет. Ну это да. Тут как бы ШП очень сильно агроры вот. За счет того, что у них есть хилищая составляющая и наносящий урон. А агро тут рвать нельзя никак. Там есть уход в тень. Естественно, ты будешь его прожимать по КД практически. Ну да. Он в том шмоте на самом последнем месте по агро будет. Ну что? Ну, сам шмот такой себе. Ничего страшного. Спасибо, ребят. Пусть привыкает контролить ему для 25-ок, это очень полезно будет. Я так понимаю, мне в 25-ках придется это делать. Естественно. Без престолов проходил как-то 25-ку. Ну, мы проходим без престолов, да, но все равно. Так, а я кроме чего-нибудь еще юзаю, нет, кроме этой... кристаллы и куклы. Нет. Твоя задача в кристалле и в кукле быть. Че, вы Серегу прогнали, да? У него свет отключился. Бедный Серега. Кулак, если можно. Ну, у вас тут 3 пала. Я еще и тогда МП5 прошу. Давайте разбафаем. И кто у вас на МП5 сидит? Я должен. Кинь, нет. Так, Дикий Шторм на подстраховке сидит. Что там делать? Что там говоришь? Что делать? В смысле на подстраховке? Здесь. Ну ты в танке? Не-не-не, он в этом втором. Я в кукле. А, ты в кукле? В одной кукле, ШП. Все понял. А что, у вас это нет? На Разуе только или что? У нас третий квартал. Стоп. Так, давайте подготовим. Так, ШП или сова? Во второй. П. По ханту кулак дайте, я бафлю каски. Кто там? Дикий Шторм, дай кулак. Кого?
Ханту. Вот я прыгаю. Так, что я стопаю? На. Давайте, кто-то первый. Давай. Можно начать. Второго хватает. Жми, 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 пока не заберешь. Вот, молодец. Я уже думал, что мне помирать придется. Чем дамажит? Дамажьте, я на пулю. Я в стелс. Собирайте. Долдрин, да, МК? Сейчас танчит чувак без щита. Нечаянно прожми дубового. Ну, он может лук выпадется. Ничего, не дай бы. Письмо не лук, конечно. Штаны на хила, да? Ну, не обязательно. Неплохие такие, две дырки хотя бы есть. Ну да. Мои просто не намного. Пойдемте дальше. Твои точно хуже. А? Твои похуже.
Два сокета это очень много. Ну да, меткости надо, то скорость. Ладно, чего подустрелить? Саня что ли заговорил? Да ну нафиг. Сань, куда пропадал? Что случилось? Угу. Игнорит, ну. Понимаю, ну. Слушайте, пацаны, стойте, так, а может быть мне все-таки отдам, у меня живот выпадет. Кому? Кому ты тут отдашь? Кому-то надо, разве? Ну, кому-то надо. Ладно, распылю. Вон, виз другой, может, не надо. Ну, кому надо, тот понедел бы, наверное. Чтобы себя что так можно было? Да нет. Визи. Вам нет. А мне можно. У меня вообще тебя не висит. Все фласки покупать. Ну, на скрытность. Можно вообще так почти весь накс на хот трэш пробегать. Если еще на читах, так вообще пролетать. Я помню, давно-давно, когда еще лича не было, играл на пиратке БК, залетал на читах своим троллем Хантом. И этот шел к ларю четырех всадников. Его можно было полутать. Если ты находился в бою, но я прожимал фласочку, аккуратно подходил к ларю. Юзал его. А потом получал пиздюлей, но лут успевал забрать. Я был единственным дебильным хантером со скверненным ажбрингером. Пизду. Нечаянно, давай. Давай. Сейчас упать. Танчит справа. От бафов бы не отказался, там падал, каску поседал, и больше никто нету.
Че, у вас какие-то вопросы или что? Я же сказал, вторая пати входит туда. Точнее, вторая пати остается здесь, первая пати входит туда. Вот-вот. Серега, ты что там? Кулак. Серега, я упал. Че, я походу на ту сторону могу? А че, на 30, ну, 30 минут нету? 5 регов? Я запустил. 30 минут нету, потому что на себя положил. Протус. НТ похилишь чуть-чуть. О, как ты, хорошо. Thank you.
стенке не отбегаете, чтобы дебаф не ловить. Вот, я смотрю, уже у ворот словили. 10, ой, да ладно. 10% все-таки. Куда пошел? Хе-хе, пусть гоняет. Откажитесь от этой безрассудной авантюры. Бегите, пока не поздно. Ну что ж, Зелик, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Хватит болтать! Готовьтесь к бою! Мы сотрем их в порошок! Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представиться. Может, давайте быстрее. Чего там засели? Ну как-то хам, тут это я понимаю. Это красавчик, но давно таких не видел. Друля, че так? Так, стоять. Ну да, не перепрыгните. Деньги. Зачем? Сань, ты меня пугаешь сегодня. Тут запанули? А, на кубик. Много. Ёбан, вы чё? Забирайте всех. Жесткие ребята, блин. К нам еще друзьяшки. Отведите, отведите их. Внутрь заводите и все. Сейчас просто три пачки. Вот, 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 заводи, заводи, заводи. Я не успел дойти, когда пришел. Еще дальше. Еще, еще отводи. Thank you.
летает, нихуя, даже такой тип есть. Надо назваться Тадоса. Так, НТ, ты пойдешь со мной на ту сторону, получается. Нечаянно ты пойдешь сюда. Не, нечаянно иди в этот ромб. Пал, ты отсюда, понимаешь? НТ, пойдем на другую сторону. До сюда я не доходил. Вернее, не проходили его. Это кто говорит? НТ, иди на другую сторону. Твой другой моб. Там косты будешь ему сбивать. Кто это сказал, тут не доходил? ШП, ШП. Я теорию видел его, как проходит. На практике не проходили ни разу. Все ясно. Ты... Бегай просто с рейдом, дамажь. Ну, по очереди будем убивать. Примерно знаю, что делать. Куда ты убежал, НТ, ебать? Куда ты убежал? Поставь. Тебе в углу надо стоять, тебе метку поставить. Вот плюс-минус твоя метка. Чуть поближе ко мне держись, потому что на тебе частицы, чтоб я нас двоих хилил. Давайте на готовность. Так, до скольки стакать? До трех или до четырех? Потом на другого босса убегать. На четырех. Ну, тебе вообще, в принципе, пофигу, сколько тебе стакать, тебе скажут. Конечно. Убили, перебежали. Убили, перебежали. Так, с какого мне бафа скидывать? Какие бафы скидывать? Это кто спросил? Каз бывает. Да, каз бывает с какого? Ну, вообще-то два дальних. Первый к тебе получается. Два дальних, с ним с косты сбиваются. Все, блядь. Бегите, пока не поздно. Кучу соберите здесь. Подальше его не хочешь? Надо спить. Надо, да блин, в кучу просто встаньте и все. Да, стойте плотнее там. Плотнее, это значит все в паладина, вот, которые с крыльями, встаньте. Ой, мать моя женщина. Нечаянно Берни его там по возможности. Все, бомба нахуй щелкнула. Если что, там сильно не переживай, сам хилиться еще могу. Да, вот тут нормально все. У нас, по крайней мере, там вон у пацанов, блять, маг, почему-то ебом в пол оказался. МК. Надо его было им тотем подарить. Так, сколько стаков? У меня 4-5. Что ты делаешь? Что, мне сбросить надо или бежать? Пал, забирай. Забирай. Друид, убегай быстрее, а то сейчас умрешь. Блять. Пиздец. На такую ногу пошли. Ай, бог, хватит. Живай же здесь. Так.
Не улетайте от входа. Останьтесь там, присумоните. Сенджинит. Джипсов. Чё произошло? Можете пока держать. Много стаков, долго били, и мы не поменялись. Я умер. Так, чё, бежим, да? Вы меняетесь в стаках, кто издалека. А Дина Самон, выйдите? Так, выхожу на улицу. Ткни. Ну вот я стою, нажмите. Нажал, нажал. Красавчик. Все, можешь ползти внутрь. Сразу же проверьте, нам никому починиться не надо. Слегонца пошутил, нормально, да? Красавчик выкинул сверху окна. Чего они стоят? Скучают, да? Больше делать не надо, да? Сами разбили. Я так периодически делаю, меня там толпой ловит, забивает. Блять. Умрите, умрите, кто там? Я их задержу, бегите. Да падай, падай. Нахер ты хилишь, блядь. Да я его забью один, блин. Кстати, правда, долго будет, но забью. Математически подсчитано и доказано учеными, что если убивать трэш, то быстрее проходится инст, даже если 10 вайпов будет. Нежели если 10 вайпов и бежать и падать на трэш еще плюс 20 раз. А кто доказал эту теорию? Ну, ученые в Лондоне. Практик. Не сработал. Черт побери. Твои ученые в Лондоне поломали мой нож. Это китайские, наверное. Что, два китайских ножа, что ли? Погоди, у меня не прошло. А, вот. Ножи из Китая, а ученые из Лондона. Просьба не путать. Не знаю. Ученые из Лондона сломали мозг об китайские ножи, но. Развиваем тему. Давайте подумаем о том, что делают китайские ученые. На этом 8? Мне сейчас больше всего понравилось у китайских ученых, что они изобретают херню, короче, которая восстанавливает эмаль зубов. Круто. Но они же стремятся ко всему белому. Эмаль зубов на самом деле бесцветная. Ну, согласен, но хуже, когда она черная. Еще какую-то херню изобретают, короче, чтобы зубы восстанавливать можно было. Типа дешевая херня должна быть. А это каждая стоматология умеет. Нет. Нет, к сожалению, если он у тебя раскрошенный, да, ну там такое себе восстановление будет. Я, конечно, очень рад, что вы лежите, блин. Я че, блядь, я потерял пацанов. Пацаны, вы где? Мы там внизу уже. Че на Алиэкспресс зашел? Давайте сейчас убьем, чтобы не бегать в следующий раз. Отличный план. Бежать. Мне нравится этот план. Давайте этой тактике придерживаться и впредь. Ну, все началось со столовки. Я упал. Ёпта, заново. Вот это вообще лишнее. Вот он упал. Ждем этих мобов. Короче, я виноват. По-любому.
По-любому. Сидел, блин, хавал, дамажил, еще им что-то не нравится. Че так, блин, маг? Я раньше пользовался этот Макс ДПС пробовал. Идите еще приставку. То ли локов качать, блядь. Что-то локи в дефиците в каком-то. В прошлой 25-ке было 4 лока. Такой себе дефицит. Рыбу кушайте. Ласки пропейте, у кого есть. Предлагаю НТ поставить по центру, чтобы он после фула дал Геру и встал на свое место. Да даст он Геру. Это что-то без Геры тухловато вышло. Угу. Гера, там по всей территории разлетается, зачем мне? Ну, типа, он пока бежит к дальнему левому углу, и боссы бегут еще по своим точкам, он может дать Геру. Я про то же. Мне тут соседи передали, что сервак скоро упадет. Врут. Так, давайте, набав на готовность. Забыл, блин, отслеживание нерти поставить. Там что за хер? НТ, погнали мы по своим местам. Так, оставить? А, нет, НТ, ты нет? Тут оставайся. Поближе. Вот, поближе подойди к пацанам. Как только спулят, там боссы побегут, дашь, нажмешь Геру и бежишь туда. Понял, на свое место. Балдеть. Ну все, давайте пулять. Хотя он патенчик подарил. Пуляй, пуляй. Что? Хорошо. Побежал. Давай, Гера, да. Что-то под Герой плохо бегает. Я встал. Саль, выкидайте по нему. Ты копии магов вообще не дамажит. Стоят и покажут. Кик их. Это сейчас подбежит к тебе, когда этот друид. Как тебе убегаю? Да. Давай, наверное, сейчас прям поменяемся. Давай меняемся. Пошли. Восприимчивость. Толдрин, дай ему ка. Блять, куда ты там убежал? У меня нет выбора. Я должен повиноваться. Это уже 400 комна. Переходим потихоньку. Друид, ты там не сбросил еще? У меня нет выбора. Все, поменяемся срочно все. Шам, уходи отсюда. Назад? Друид, меняйся. Да, да, да. Да, ты пошел говорить не туда. С Ривендером пойди поменяйся срочно, сейчас умрет.
Кто скинул стаки на Ривендера, возвращайте. НТ, мы с тобой меняемся. Все, побежал. Чайно упал. Подустал. Стаки скидывайте. Какие стаки? А, ну ты да, ты иди скидывай сейчас. Брать 4 танка и пойдут они как один сделать. Завис. Сколько? 4 стака на. Все, меняемся, давай. Уходи, уходи, шаман, уходи. Пал, тоже иди бей, конечно. ДДшники, добивайте зелька. Косты закрывайте у него. Нечаянно поднимите сразу. Я устал от этих игр. Еще немного, и я отправлю ваши души. Паучий, да, остался. Паучий, да. Понравился мне этот босс. Вообще, здесь. Дикий, что? Сейчас ползу. Смотри, что ты не дышишь. Время уже очень много. Мы сейчас разойдемся. Будем пикать. Прохитель друга. Тебе надо этот танк, вот этот, шапка? Я тоже 200 вроде у меня получше. Ну, у меня третьего спека еще пока нет, я взял, если кому надо одеть, я могу отдать. Давай, иди танч. Хатану, наверное, надо. Не надо. Чё-то ты не тех забираешь. Как-то да, ты в какую-то не в ту сторону пошел. А вы не даете еще ему падать, мало того, что... Thank you.
тобой. Шаман, тотем очищения ставь. Он уже стоит давно. Они диспелятся просто.